Мы в браке 2 года. Сыночку год. Вышла замуж из-за беременности. Отношения не из сладких были. Муж очень грубый и пытается постоянно задеть обидными словами. На большее мозг его не способен. И, видимо, меня Бог обделил мозгом на тот момент. Хотя даже его мама предлагала хорошо подумать. Ну а я что? Понастроила воздушных замков, надела розовые очки. Да, все будет окей. Он изменится, я же его люблю. Отношения у нас так и не сложились. Неделя мир, неделя война. В чем-то его поддерживаю, вдохновить пытаюсь. Он всерьез это не воспринимает, игнорирует. Поговорить с ним хочу. Он меня не слушает, в телефоне сидит и пытается мне показать фото, видео ДТП. Я много раз просила не делать этого. Мне неинтересно просто. На пустом месте обижается. Например, на то, что ему не звонила целый день, когда он на работе. Ну или сказала, что он сам провоцирует скандалы с людьми. Он не разговаривает, ходит. Я пытаюсь контакт найти, все без толку. Он так обиделся, что за день до выписки из роддома оскорбил меня и сказал: «Выписывайся, как хочешь». Лежали с ребенком в больнице. Тоже на что-то обиделся и не звонил нам совсем, и не приезжал. Еще он очень устал работать. И я должна выходить на работу, и все равно, что ребенок маленький. И в его понятие не входит, что он мужчина и должен обеспечить семью. И при каждом удобном случае, когда мы ругались, он мне говорил, что денег не даст. Хорошо, я устраиваюсь на новую работу. Меня уже внесли в график. Работа сменами. А я элементарно не могу медосмотр пройти. Мои родители далеко, а его мама не может сидеть с сыном. Думала с утра сделать, пока он дома. Работает просто с 10 утра. Он сказал, не может, у него тренировки. Также и на стажировку не могу сходить. Я уже устроена на работу. Я прошу левых людей посидеть с ребенком. У меня дилемма. С одной стороны работа, там меня уже ждут. И я подставлю людей. И мне придется ее бросить, если мы разведемся. И я уеду к родителям. А вот терпеть и надеяться тоже не очень хочется. Просто как-то страшно сделать этот шаг. Больше всего, конечно, жалко ребенка. У самой родители в разводе. И отчим был идиот тот еще. Так вот я уехала из дома из-за него. Тут этот встретился. Считай, без отца тоже росла.